Раз уж ты здесь, епископ Амбросий, представляю тебе Аврелия Августина, нового придворного оратора. Я много о тебе слышал. А я о тебе. Мне сказали, что ты приверженец учения Мани. Это правда. Значит, здесь манихеи, двое христиан-ариан, язычники и последователь бога Митры. Хочется спросить, где же истина? И способен ли человек ее найти? Нет, Августин. Нет. Не человек найдет истину. Он должен позволить истине найти себя. Так я прибыл в Милан к епископу Амвросию. Именно он привел меня к разуму, потому что к Амвросию меня намеренно привел Господь.